Четвертый наш стартовый номер — Лукашова Юлия, 22 секунды 75 сотых. Третья стартовая позиция — Ткач Надежда, 22 секунды 42 сотых. Второй стартовый номер — Коробейникова Антонина, 21 секунда 82 сотых. И первый стартовый номер — Сотова Яна, 21 секунда 51 сотых. Это тебе. Девчонки, теперь, конечно же, хотелось вашу общую фотографию все вместе, с вашими номерами, с вашими улыбками. Буянова Анна, Кирюхина Надежда и Петровская Лена сейчас буквально начнут, дадут старт нашей соревновательной гонке. Еще раз процедура старта. Флаг опущен вниз, 1-2 секунды, но главное не считайте, просто вот как показывает судья на выпуске. Жень, давай еще раз, чтобы все было понятно. Старт, то есть резко дергает вверх, поехали. Если у нас при старте был фальстарт, кто-то раньше, то судья у нас показывает красный флаг. То есть вы там при развороте его увидите, как судья машет, скидываете скорость, потихоньку возвращаемся в зону старта, выстраиваемся в той же очередности, как и стартовали. Первый, второй, третий, четвертый. Вот. Перезаезд это означает, то есть участницы заново готовятся, сосредоточились, судья опять показывает, резкий рывок флага вверх, у нас и старт. Второе, если будет у участницы фальстарт, то участница снимается с данного заезда. То есть в следующий раз опять красный флаг, выстраиваемся и уже стартуем три участника. Финиш. Финишный флаг все знают. Показывает, значит, судья финиш. Вы финишируете, не сразу оттормаживаете. Вспомните, что это автоспорт, опасность. А проезжаете еще круг после финишного флага и останавливаетесь там же, откуда вы стартовали. Так сэкономим мы время, не будем терять его. Вот. При торможении, при остановке, запланированной или не запланированной, сломался карт, залило, не двигается, вы поднимаете руку. Если вы планируете остановиться, вы тоже поднимаете руку. Все помните, что это знак остановки, как стопы горят на машине. Чтобы не произошло у нас удара друг в друга. Потому что все равно это техника. При остановке, если вы не показали руку, не подняли вверх, сзади удар, у вас просто голова, вы ударитесь головой или об руль. Поэтому помните об этом. И тот, кто едет и догоняет, тоже смотрите внимательно, чтобы этого избежать. А какие еще нюансы? Судья на выпуске у нас смотрит, который флаговый, за процедурой, как проходит гонка. Если участник выбивает другого участника, происходит серьезный какой-то вылет, то участник, совершивший удар, обязан пропустить участника, который вылетел. Если вы этого... Ну, то есть специально вталкивание у нас наказывается, за это следят. Если вы этого не сделали, то судья, который следит за ходом гонки и начисляет очки, меняет вас местами. То есть вы приехали, если первый, то вы становитесь второй. Если третий, то четвертый. Если вы не пропустили. То есть удар, вынес, руку бы этот, вернул, вернуть позицию надо. Нет, это учитывает судья. То есть, когда мы наказывали за это, то стали пользоваться, оттормаживаться специально. В него удар, а наказывали того, кто ударил. Поэтому здесь такого не будет. То есть, если явно в бок, то есть там протаскивает как-то, в этом случае наказывается. Нет, это до такого уж не будем, иначе мы тут будем только наказаниями заниматься. Вот. Сегодня праздник, гонки. Если явное, прям боковой какой-то удар, все, участник вылетел у нас, потерял позицию, тогда наказывается. Можно избежать наказания, пропустив его, чтобы он вернул. Если уж он вылетел, по вашей вине, здесь нечего стоять ждать, продолжайте гонку. Вот. И в регламенте у нас написано общение с судьей после соревнования, а то некоторые во время заезда едут и кричат там: вот я права, потому что сейчас подождите, я вернусь да расскажу. Карт едет — езжайте, доедем, выясним все отношения, договоримся.
Так, все, всем все понятно. Да! Ну все, да. По таблице стартуем. Гонка примерно постараемся в час уложиться. Хорошего, главное, настроения. Всех ждем на финише. Спасибо. Все, поехали. Ну что же, этими аплодисментами мы начинаем. Даем старт нашему мероприятию. Поэтому сейчас буквально под хэштегом сегодня 50 оттенков картинга. Мы как раз будем заниматься не только доказанием, но и, конечно же, только приятной гонкой для всех наших участниц. Итак, напоминаю, что... Возьму интервью. Как тебе атмосфера? Отлично вообще. Несмотря на то, что грязный сыр, но все равно здорово. У тебя первые три заезда, так что желаю тебе удачи. Спасибо большое. Желаю тебе хорошо провести время на трассе. Спасибо. Давай. А куда мы садимся? Первый карт на первой дорожке. Да. Поздравляю, первое место на полкруга ото всех.
Так, Юля у нас идет на втором месте. Давай, Юля. Догоняет Яну Сотову. Снова Юлия первая. Сейчас идет борьба между Лукашовым и финиш на первом месте. 3 балла зарабатывает себе Куркова Юлия. 2 балла Лукашова Юлия. Привет, 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 привет
все поменялось, все поменялось в этой части. Первые замечания. Ну что же, уважаемые любители автоспорта, приглашаю всех сейчас у нас в этой парке. Первое место, поздравляю! Рассказать те эмоции, которые вы пережили. Неожиданный исход. Будет подвод итогов, если наши первые участники займут такое одно количество баллов, то у нас будет три заезда уже за первое, второе, третье место. Блин, да развернул меня. Узнаем, кто у нас в первой тройке, чтобы узнать между ними. Каково было ощущение, что на последнем круге ошибка была? Меня это все вообще, на каждом круге абсолютно. Если ты можешь ехать в последний на первом круге, обязательно ты можешь приехать на дальше на последнем круге первым, например. Да, весьма неожиданный исход. Да, непередаваемое ощущение. Две победы, два вторых места. Такие сегодняшние итоги. С учетом того, что травма руки и перерыв месяц, то неплохой результат. Он не просто неплохой, он феноменальный. Сегодняшний день удался. Я уже чувствую, что у меня все тело в синяках. Так что готовься или к награждению, или еще и к финалам. Я, скорее всего, думаю, что финала не будет. Посмотрим. Потому что в том году, по крайней мере, финала у нас нет. Восемь участниц, те, которые заняли с первого по восьмое место, будут получать у нас дипломы. Ну, а те, которые не получат у нас сегодня с 9 по 12 место, хотелось бы тоже, конечно же, не обделить их вниманием. Поэтому сегодня 12 место занимает очаровательная Мехатова Наталья. Аплодисменты ей! Наташа, спасибо тебе большое, умница. Все фотографии мы обязательно потом выложим. Где подскоки, вот эти все. 11 место занимает сегодня Буянова Анна. Аплодисменты Анечке. Можно выходить сюда, конечно, с фотографией. Фотографии обязательно. Да, все, аплодисменты. Подарки вам от Прокарта, эти замечательные конверты. А нас у нас Мехатова Наталья. Наталья, конечно, и вас тоже. Мы начали с Мехатовой Натальи. Мы очень долго с ней обсуждали. Наташа, фотография. Все, улыбаемся, на камеру работаем. Все, Наташа, спасибо тебе большое. 10 место сегодня у нас занимает Кирюхина Надежда. Наденька, аплодисменты ей огромные. Надюш, фотография. Это замечательный подарок. Подарок от Прокарта. Приезжайте, пожалуйста, еще. 9 место. Буянова Людмила! Здравствуйте, наша Людочка, наша сегодня участница. Этот. Это тебе. Смотрим на камеру. Все, улыбаемся. Ура, ура, ура. Ну что же, переходим теперь уже к основной нашей восьмерке участниц. Почетное 8 место сегодня. И грамота, диплом за участие получает сегодня Муликова Наталья! Наташа, это вам, это замечательные подарки, ну и, конечно же, медаль за 8 место. Можно, да, можно встать на первое место и потом всем говорить, что вы заняли первое место. Все, да, вставайте, мы сейчас как раз к вам еще будем подтягивать людей, да. Конечно, да. Итак, 7 место сегодня зарабатывает Петровская Елена! Огромные ваши аплодисменты Елене Петровской. Это, конечно же, диплом участника соревнований Lady Race 2017. Это замечательная, очень весомая у нас медаль.
эмоции перешкаливают. Шестое место. Обладатель диплома сегодня Куркова Юлия. Шестое место. Юлечка. Поздравляем тебя. Вставайте, пожалуйста, пойдем, Юлечка. Итак, пятое место сегодняшнего нашего мероприятия зарабатывает ткач Надежда. Ваши аплодисменты, Наденьке. Надеж, как дела? Отлично. Какие эмоции ты сейчас переживаешь? Ты сегодня заработала. Ну, пойдем, перезаезд сделаем обязательно, да. Пойдем. Все, дорогие друзья, ваши аплодисменты, Надежда Ткач сегодня за пятое место наших соревнований. Традиционные женские соревнования. Итак, четвертое место. Барабанная дробь. Четвертое место сегодня с подарками уходит Коробейникова Антонина. Ваши громкие, несмолкаемые аплодисменты, Антонине. Тоже хочешь тройку? Это тоже медаль, это дипломы. Эти аплодисменты тебе. Коробейник Антонин. Ну что же, финалисты. Тройка наших участников. Третье место. Заслуженное третье место. Бронзовый призер сегодняшних наших соревнований. Усманова Юлия. Юля, как ты? Все понятно. Ручки еще трясутся. Третье место Усманова Юлия. Поставить обратно, да. Итак, да, конечно же, бронзовый призер сегодняшнего мероприятия Усманова Юлия. Итак, серебряный призер Кубок Леди Рейс 2017 Лукашова Юлия. Ваши аплодисменты, Юлия. Ты куда? Сейчас мы там, я потом поставим вас. Че, куда? Это вам и памятный подарок. Памятный подарок. Ну и, конечно же, занимайте свою позицию на пьедестале. Ну и, конечно же, дорогие друзья, буквально некоторые уже с тренировок верили и знали, что именно она сегодня станет победителем очередного нашего мероприятия Леди Рейс. Кубок Леди Рейс 2017. Под ваши аплодисменты наши замечательные гости из Самары, Сотова Яна. Яночка первое место сегодня заняла. Громкие, несмолкаемые ей. Ура, ура, ура. А люди какие-то Возвращение на родину. На родине, да. Понимаете, как бы стены помогают, поэтому как можно чаще приезжайте из Самары нам в Тольятти. Дорогие друзья, это все наши сегодня обладательницы кубков и диплома, все наши участницы. Громкие аплодисменты нашим девчонкам. Громко кричим ProCard с 8 марта. Девчонки, ура, ура, ура. Это замечательный праздник, ну а теперь все вместе, поэтому всех мужчины приглашаются к милым вашим очарам девушкам.